Всем привет, ребята! Мы сегодня будем продолжать играть в режим зомби. У меня уже много роликов таких было. Сейчас найдем. Посмотрим. Новая игра. Продолжить. Если же я новую игру чуть не зашел. Так, а что у нас тут было? Я уже не помню. Ага, что у нас? 5 этих. Надо пойти еще хилку купить. Хилки. Его. Какой 40-й, да, закончили, да. Готов. А, да, мы в предыдущей серии вызвали одного грифона еще и одного великана со щитом зомби и великана с елкой. Ну, получается же, вызвали. И все. И как у нас и хилки. А хилок у нас было много, но мы их потом убили. Эти зомби, какие притягиваются, не помню, как называются, они забирают или лучников, получается, или хилок. Зомби они не могут забрать. Ну, какие звенелые мясо у меня. Ой, я там проиграла. Даже не заметила. Ах. Там так ничего не видно за каких-то дальних за этих цифр и ударов мага. Реклама, наверное, будет. Да, реклама прошла. Ребята, я не знаю, может, у меня не было слышно вначале. Ну, мы будем продолжать играть в режим зомби. И говорю, подпишитесь на мой канал и поставьте лайк. Мы будем продолжать, что у нас тут. Я чуть позабывал. У нас было. Там в тот раз зомби как много было, наверное. Чего? Только что. Мне, может, было не очень слышно. Говорю, мне я еще хилок покупал, потому что всех убила, потому... Ну, и я наокупал. Это зомби, не помню, как называется. Какие есть... Ну, сейчас. Вон там идеально, где великаны с елкой. Там вот там какие сидят, типа, вот такие. Еще надо сюда вот так вот потом нажимать, потому что там убивают сразу эту стенку. Да и прыгнул типа столько. Ого, и сильно. Зомби с гнилым мясом, они крутые, под защитой какой-то. Не идут, а все убиваются. Так, что у нас тут есть? Для консоли, как он такой? Не понимаю, почему они стоят? Они даже...
слепым даже не расширить. Я не знаю, почему эти брюсы не любят танки, но они все любят меня. Вот он, когда шутая волна, там невозможно пройти, я смотрел видео. Там надо 100 миллионов этих грифонов. Их за 2 секунды убивают. Одного, второго, третьего. Наконец-то кристаллы не появились. Я еще не делал. После этого ролика я еще не запомнила кристаллов. И снизу вышло было. Так, все, идем вперед, стоим. Thank you.
нужно несколько ночей и еще один сундук открываем в конце. Потому что мне надо кристаллы позарабатывать еще. Да я просто ролик снял такой маленький недолго. Я помню, что это за звуки, я сохраню. Я как будто случайно вызываю это телефон, но вот что я на этом сделаю. Телефон-то куда идёт? Так, всё, реклама пошла. Ещё вот этот один бой будет в сундуке. Какая ночка. А, 45-я. Раньше быстрее стали ходить. Вот смотрите, как эти быстро пошли великаны со щитами. У них, смотрите, глаза прозрачные. Вон, посмотрите. Там белая штука и все какая-то. У обычных есть голова. Почему он чуть не бросается? Нажимаем, что ли? Думаю, у меня сменщика. Когда я был еще очень маленький, мне было 4-5, я так был рад, когда я одного великана со щитом вызвал зомби. Думал, он сейчас там всех перебьет. Хватило на 2 ночи, на 3, не на 5. Там потом всех поубивали. Я такой, фух, я его так долго кристаллы хочу. Потом я когда-то еще одного снимал видео с грифоном. Что это такое? Чего? Я не понял прикола. Сейчас, ребят, последний бой. Ребят, вернусь, когда у меня будет уже сундук. Все, ребят, я уже вернулся, я накопил один сундук. Это не очень долго, занимало у меня времени. Сейчас посмотрим, что выпадет.
Ну, такое себе, ничего не выпало. Ребят, на сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мои каналы. Всем пока!